поговорим про интересные факты про текстильные куклы ручной работы. Некоторые текстильные куклы могут стать не только замечательным украшением интерьера или прекрасным подарком, но и использоваться для терапии или психологической поддержки. Психологи часто рекомендуют занятия рукоделием, включая создание текстильных кукол, как способ релаксации, снятия стресса и улучшения эмоционального состояния. Работа над куклой требует сосредоточенности, творческого мышления и внимания к деталям, что позволяет забыть о повседневных заботах и уйти от негативных мыслей. Кроме этого, текстильные куклы могут быть использованы в игровой терапии, где через взаимодействие с куклой человек может выразить свои эмоции, переживания и проблемы, а также научиться решать конфликты и находить пути к самопониманию. Таким образом, текстильные куклы ручной работы не только являются прекрасным произведением рукоделия, но также могут служить ценным инструментом для психологической поддержки и саморазвития. Они способны принести в жизнь радость, умиротворение и возможность самовыражения через творчество. Интересно, что текстильные куклы ручной работы имеют древнюю историю, которая уходит корнями в глубокие века. Текстильные куклы были одними из первых игрушек, созданных человеком, и служили не только для развлечения, но и для обрядов, мистики и защиты. В различных культурах текстильные куклы использовались как амулеты, обереги и талисманы. Они считались символами добра, защиты от злых духов, болезней и несчастья. Текстильные куклы часто украшали дома и носили с собой в качестве талисмана, который приносит удачу и благословение. Кроме того, текстильные куклы использовались как средство самовыражения и творчества. Мастера создавали куклы, которые отражают свои мечты, желания и эмоции, воплощая в них частичку своей души и индивидуальности. Сегодня текстильные куклы ручной работы остаются популярным видом рукоделия и искусства. Они продолжают радовать глаз своей красотой, уникальностью и теплотой, а также несут в себе древние традиции и символику. Таким образом, текстильные куклы ручной работы не только являются прекрасным украшением и подарком, но и имеют глубокие исторические корни, ассоциируясь с магией, защитой и творчеством. Создание текстильных кукол – это возможность не только воплотить свои творческие идеи, но и уважить историю и мудрость наших предков.